ребята, с вами Сэм и на канале Миса. И сегодня мы просто сидим на террасе и думали поснимать. Вот. Могу только столько. Привет всем, друзья. Я знаю, Саня тут, короче, не очень-то хочет, наверное, сниматься сегодня. Подскажу, почему. Но я очень прямо так вот попросила. Говорю, Саня, давай. Потому что, вы знаете, смотрите, сейчас я покажу. Мы сделали так очень тут красиво себе, чтобы нам было приятно и удобно сидеть. У нас сегодня прячемся все под и в тенек пошли, потому что сегодня жара невыносимая. Мы с Саней сидим, я пью кофе, Саня тут эти сливки пила, потом мороженое ела, она только что искупалась в бассейне, и мы сейчас сидим, я так вообще загораю, а Саня играет игру какую-то Pets Hotel, что ли, да, что-то такое, вот, очень, говорит, мама, интересная игра, потому что Awaken Life все... Удалили, потому что там 2 гигабайтов она берет. Я не знаю, по-русски тоже гигабайты. Ну вот. У нас там все, она заполонила всю планшетку. И в телефоне у нас эта программа была, там ужас какой-то, я не знаю. Вот. Мама ее как так назвала, понимаете? Ну вот. Так вот. Кстати, вот так вот, вот у нас, видите, как красиво, птички поют, вот тут за... Ну, да, сегодня, конечно, 7 часов утра у нас тут соседи вздумали с таким трактором маленьким эту траву удалить, да? Или... Они так мешали спать, что невозможно было. Да, не было возможно ни спать, ни ничего. Я встала 7 часов, и потом вся как... Ара, тебе не жарко? Арка, наверное, тебе жарко. Я тоже боюсь как-то тут совсем выйти. Ку-ку, Саня, давай расскажи что-нибудь. Саня, давай. Мы на следующей неделе, наверное, поедем к морю. Да, Саня? Да? Да. Вот я уже встала там из этого солнцепёка, потому что там невозможно даже лежать. Хорошо, у Сани так там тенек такой, а у меня там вообще жара. Я думаю, давай, Арка, может, ты тоже иди к... Ей хорошо. Аря. А ну мне да, тоже ей... Ну, слушай, очень жарко. Очень жарко. Совсем? Да. Ну как мне не жарко, синь. Саня, так ты в синьке, так вообще-то очень жарко. Жарко. Ну вот Санины огурцы, смотрите, как что тут у нас за урожай. Петрушка подоспела, помидорчики и вот какой огурец. Помните, там, наверное, 2 или 3 ролика назад Сане показывали, там было вообще еще ничего. Маленький. Да, тут видите, какой вырос красивый огурец. Только я не знаю, вот один листик такой у тебя тут, Саня, видишь? Я вижу. Совсем какой-то такой не знаю, ну вот. Будут у Сани огурцы, помидоры. Ну давай, иди спи. Давай, ложись, я тебе дам пледик. Не хочу. И будешь спать? Кто это там, Ара? Кто это там ляет? Кто? Кто там ляет? Знаете, бывает, что люди оставляют на таком солнцепеке собачек прямо в таких, как загонах, я даже не знаю, закрытых таких. Вольер. Как вольер, да. И вот они там, бедолаги, потом и лают, и просятся, чтобы выпустить. Мы сегодня с Аней водили эту нашу сагочку, что вот мы ходим к этой... Алло, кто там, тут видели? Место занимает? Ну пусть, ну. Нет. Ну так пусть давай, они прыгают отсюда. Сань, давай помоги ты Пипису, чтоб спрыгнул. А то мы вчера к ветеринару ехали. Давай покажем хомяка. Твоего? Ну так выноси. Выноси. На волю. Давай. Хабрю. Выноси хомяка. Будем показывать, как ты почистила клеточку, как ты купила вчера такой хорошенький ему там погри, чтобы эти зубки. Давай, Пипи, иди сюда. Иди, Пипи. Иди. Иди сюда. Иди. Иди в тенек. Хороший мой, хороший. Наш Пипи с осени очень любит кофе. Я вот пью кофе, видите, это мое кофе. Вот он хочет, я не знаю. Давайте в комментариях напишите. Ой. Подожди, давай я немножко тебе оставлю. Сейчас. Вот ты покажи ребятам, я схожу попить. Ну вот, видите? Я принесла. Вот, не знаю. Наверное, я плохо делаю.
Ну вот. Он пьет кофе. Он просит прямо, вы знаете, вот так, как человек. Я ему всегда с молочком немножко даю. Все, молодец, молодец, Пипи. Все, молодец. Ну, не знаю, наверное, сейчас меня будете все ругать. В комментариях будете меня всякими словами. Ну, вот у него такой вот есть, вот не знаю, как это прям... Если он только чувствует, где кофе в доме, кто-то пьет, все, он тут как тут, и вот идет, околачивается, и у кружек, и вот так вот идет и просит. Ара у нас нет, но она... Ара у нас кто? У нас Ара королева с лосенок. Ну так, а Пипис как-то вот кофеман он у нас. Ну, принесла? Я ей принесла, и вот, что буду пить. Лимонадик. Ну, давай, ты лимонадик. Смотри, вылазит сразу. Привет, друг. Ох, тебе привет. Привет, друг. Привет. Давай к нам. Ой, нет, пошел в домик. О, она увидела его. Все, сейчас будет капец. Не поговорим с Аней. О, концерт начинается по заявкам от мисс Сани. Саня, он там грызет что-то там в этом домике. Смотри. Бумагу втащивает. Ой, какой смешной. Какой смешной. Ну вот, покажи эту. Саня, у него что-то с глазом одним. Видишь? Возьми его на ручки, смотри, у него на глазике что-то, видишь? Это пилка. Ну вот давай, возьми его и красивенько почисти там глазик этот. Иди потому сюда. Что будет плохо. Ну-ка. Давай вылазь. Почистила? Аря, я знаю, что ты хотела бы его немножко погладить. Блин. Все хорошо? Что-то нехорошо, ну, с глазом. Арка, ну перестань. Аря, фу, нельзя. Фу. Выключи чуть-чуть камеру. Наверное, так подумали, знаете, я выключила камеру на минуточку, потому что мы подумали, наверное, или опилки, или что-то он где-то со своими ногтями, наверное, да, себе где-то прочесал немножко. Да. Знаешь, как, видишь, как моется вот так. От и, нас. Наверное, как он... Да, потому что у нас ручки, так знаешь, потные. И он, наверное, теперь моется от нас. От нас моется. Ну, давай, приходи сюда к нам. Ему годик. И сколько уже у нас, Сани? Три месяца. Ну, вот хомяки сколько? 2 годика? 3 годика максимум живут. Ну, я надеюсь, что он... 3 года максимум. 3 года максимум. Ну, я надеюсь, что он еще у нас поживет. Да, Саня? Потому что у него условия хорошие. Я вчера его чистила. Он весь. Да, клетку, Саня, смотрите. И была уже всем грязная. Вот такое вот, Саня, вот видите, там такое вот купила, подожди, где это, вот, чтобы погрести его. Вот так, вот так. Видно, да. Сейчас. Да. Она такая смотрит, где хомяк? Она хочет его, знаешь, что сделать? Засосать. Все. Засосать. Все. Да. Очень вкусный лимонад. Саня, ты скажи, что лето хорошее. Но сегодня прохладно. Нет, ну в теньке. Потому что на солнышке очень уже согрелись, жарко. Прохладно. Ну ветер какой-то, да, сегодня не очень. Вот видите, тут у нас какая тут идет борьба за... Аря, перестань, Аря. Не надо заниматься, не быть такой... Почеши. Видишь, как ему нравится? Ой, глазик, что... Ой, что-то он копает. Ну, какой-то смешной. Какашки свои закапывают. Ой, нет. Тетя. Арка, перестань. Ой, Саня, смотри. Как он смешно там себя чешет. Эй, сынамо. Саня говорит, по-литовски пойдешь домой, Арки. Ой, сейчас по трубам, сейчас он полезет. Ой, залезай, спортивный. Да. Смотри, не залезай. Нет, перестань. Уже все. Все толстеем, только не мы. О. Да. Он разлегся. Я хочу уже тоже выключить камеру, знаешь, и идти немножко отдохнуть. Где тебе кое-что покажу? Ну-ка. В хомячьем доме. Ну-ка, давай. У него вот здесь есть даже кокос.
Я сейчас его боюсь не найду, но там показано, что есть. Говоря. Так вот. Пойдем покажем бассейн. Сань, так ты уже там все показывала. Так не будем. На дуважке. Там очень жарко у тебя, а я не хочу туда идти. Жарко. Там так жарко, что... Как хорошо. Сейчас. А шланг-то ты не выпьешь? Да, ну давай. Со шлангом этим немножко, если хочешь, поиграйся себе. Только смотри, потому что... Я придумала. Будешь туда наливать? Ну давай, наливай. Чуть-чуть, знаешь, теплее. Куда ты там, Саня, побежала? Воду включи. Ну, давай. Надо, пока она теплая, в бассейн. Но она сейчас похолодеет очень быстренько. Нет сейчас еще? Сейчас очень горячая. Ты что, на самом деле? Покажи. О-о-о! Вау! Как из крана, да? Нагрелась, всё. Значит, в шкланге. Уже нет. Нет, уже нет. Ну, давай себе ножки немножко. Молодец. Саня, ну очень жарко. Ты знаешь, я не могу здесь быть. Ну, очень прямо жарко. Нет, не надо на меня брызгать. Ага. К соседям. Я придумала. Давай опять поиграем, что я должна перепрыгнуть. Ну, это потом, когда я камеру выключу. Смотри. Сама перепрыгнула. Ты знаешь, Саня, когда так жарко, так не хочется ни во что играться, я не знаю. Мне жарко, очень прямо жарко. Земля. Ага, все выпеклось. Видите, у нас даже трава везде, я не знаю, на камеру видно ли, везде, вот видите, какая трава, она вообще такая стала белая. Розы еще, лаванды, очень красиво цветут. Ну, давай, поливай, но я уже лила. Давай, полей немножко, Саня, пока немножечко им такого отдушины. Идите отсюда. Саня, я иду их спущу на. Угу. Сейчас. То там жарко, они хотят спрыгнуть. Ара, хочешь спрыгнуть? Ну давай, прыгай, иди ко мне. Ну-ка, первый. Опа-па. Ну и второй. Вот так. Молодцы. Молодцы оба. Да. Красиво, да? Вырос. Очень красивый этот. Я сейчас смочу всю траву вот здесь. Да. И буду по лужам. Сейчас. А что это за? Нет. Такая брызгулька. Вот мне это вот надо. Но такая мелкая. Она и мелкая, и очень такая ласковая, да, Саня? Да, она совсем... Потрогай, она такая. Скажи. Уже классная. Да, такая, да, совсем. Да, да, да. Ничего мягенькая нет. Такая совсем. А, как хорошо. Как дождик, да? Летний. А, очень мелкий дождь. Супер. Радуга. Класс. Вот видна радуга. Не знаю, на камеру ли видна. Ну, может, немножечко, Саня, я так не вижу даже. Сейчас видна, вот если вот здесь вот так стоять, так вот видна вот здесь. Соседи поехали.
Я придумала. Идите сейчас сюда. Иди. И я должна, да, вот не задеть. Так. А, я придумала. Смайлик. Подпись твоя, Саня, будет, да? Они вот так как-то в бок, точнее, ну как сказать. Паутина, иди отсюда, иди. Вот, но как вот как дом вот такой по-настоящему, а когда он, ну, не мокрый, он вот такой. Я не очень понимаю. Ну, все, что, когда, знаешь, водичка попадает, все меняет цвет. Даже одежка, кожа? Смотри, бывает. Ну, нет, кожа нет. А хорошо было бы, слушай, загораешь сразу, да? Синяя. А вот. Ну, нет, синяя не хотелось бы быть. Ну, все, Саня, давай. Давай мне 5. Я пошла немножко полежать. Давай, прошу я тебя, мне очень уже трудно тут стоять. Хорошо, Саня? Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Я, ребята, не знаю почему, но у нас отключены комментарии, так не пишите комментарии. А, точно, я же забыла. Почему-то нам YouTube выключил комментарии. Все равно, давайте ставим лайки, подписываемся. И подписывайтесь. И всем хороших выходных. Да. И веселого лета. Да. Пока.